Полиция готова перейти на сторону народа. Перед лицом таких же казахов они больше не смогут выполнять преступные приказы режима. Ломайте систему, будьте с народом. В МВД заявили, что после задержаний многие сотрудники тревожно спят и мучаются от депрессии. Казахам в форме невыносимо бороться со своими братьями, бить женщин, мучить почтенных аксакалов. Покажем наши мирные намерения и что мы на одной стороне. Встречая полицейского на улице, улыбнитесь, поприветствуйте его, поблагодарите за службу. Если вы за рулем, просигнальте веселую мелодию. Они должны понять, что народ с полицией, и полиция должна быть с народом. Мы народ великой страны, Казахстана. У нас есть выбор. Шалкет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.